Княгиня Ольга, правившая государством во время малолетства Святослава единолично, а затем совместно с сыном, единственная женщина среди древнерусских великих князей. Особенно почтительное отношение к этой властительнице объясняется тем, что она принадлежит к числу первых русских святых и по православной агио-иерархии приравнивается к апостолам. Повесть временных лет сравнивает Ольгу с зарей перед рассветом и пишет, что она сияла, как луна в ночи, и светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. При этом самое прославленное деяние княгини, месть древлянам, весьма далеко от святости и вызывает содрогань. Интересно, что Ольга сегодня самая популярная женщина российской истории. Киевская княгиня, жившая более тысячи лет назад, по итогам интернет-голосования вышла на первое место. Из обсуждения ясно, что княгиней прежде всего восхищается женская половина аудитории, причем отнюдь не святостью, а силой характера и распорядительностью. Ольгу воспринимают как деловую женщину, которая умеет за себя постоять и даст мужчинам 100 очков вперед. Двумя веками ранее Карамзин весьма неполиткорректно выразил, в общем, ту же эмоцию, написав, что Ольга мудрым правлением доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами. Неудивительно, что о единственной киевской монархине легенд сохранилось больше, чем о ее предшественниках-мужчинах. И предания эти гораздо красочней. Нестор именует Ольгу остроумной, разумеется, в старинном значении этого слова, то есть безо всякого намека на чувство юмора. Однако в предании о мести княгиня выглядит остроумной и в современном смысле. Правда, юмор этот черный. С преданий об остроумной, то есть хитрой, сметливой Ольге и начнем, а уж затем перейдем к историческим фактам. Предание о замужестве. «Святая и блаженная, и великая княгиня Ольга Русская, родися во Плесковской стране, в весе Зовомеа Выбуто», то есть в деревне Выбуто, что в 12 километрах от Пскова, рассказывает житие святой Ольги. «Отца имяше неверно», то есть язычника, «суще так уже и матерь некрещену от языка варяжска». От рода не от княжска, не от велмож, но от простых бяше человек. Есть и другая версия, согласно которой Ольга была славянкой и звали ее Прекраса. В любом случае, была она хороша собой и с юных лет необычайно умна. Телом жена сущи, мужеску мудрость имеющая. Однажды юный княжич Игорь, охотясь на Псковщине, хотел переплыть реку и подозвал к берегу лодку. Когда же во время плавания взглянул на лицо гребца, узнал Игорь в мнимом юноше прекрасную девицу, и страстью воспламенилось сердце князя, пересказывает старинное повествование религиозный автор XIX века камергер А.Н. Муравьев. Но старческий разум дан был сей юной деве, и целомудренным словом удержала она страстный порыв своего князя. Игорь говорил с нею, узнал ее разум, скромность и предпочел сию любезную сельскую девицу всем другим невест. Обыкновения и нравы тогдашних времен, конечно, дозволяли князю искать для себя супругу в самом низком состоянии людей, ибо красота уважалась более знаменитого рода, но мы не можем ручаться за истину предания неизвестного нашему древнему летописцу. Не без скепсиса поддерживает житийную версию менее восторженный Карамзин. Княжич пожелал жениться на простолюдинке, пленившей его красой и умом. Олег на это, как ни странно, согласился и в знак особенного расположения даже пожаловал невесту своим именем, после чего новонареченная Ольга оставила легкое весло малой ладьи своей, чтобы взяться впоследствии за кормило государственное. Дав великого князя позорной смерти, древляне вообразили, что одержали победу над Киевом. Там осталась вдовица с маленьким сыном. Бояться слабую женщину было нечего. Древлянский князь Мал отправил к Ольге посольство с предложением выйти за него замуж. Согласно древнему обычаю, женщина побежденного врага доставалась триумфатору. 20 послов приплыли в Киев на ладье, явились ко вдове. Она их учтиво приветствовала.
«Добре гостье приидуша», и спросила, зачем де явились. «Звать тебя замуж за нашего князя», — ответствовали послы. «Любезна мне речь ваша. Мужа моего мне уже не воскресить», — сказала на это Ольга. «Но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Нынче же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, величаясь. А утром я пошлю за вами, а вы говорите, не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье». Обрадовавшись, послы так и сделали. Наутро потребовали, чтобы киевляне несли их к терему прямо в ладье. Там во дворе за ночь выкопали большую яму, куда ладью с глупыми древлянами и бросили. И приникши Ольга и рече им: «Добра ль вы честь, они же Ркоша, пуще ны Игоревы смерти». После чего несчастных засыпали землей, похоронив живьем. Но это было только начало мести. Ольга послала к древлянам сказать, чтобы прислали других послов из самых лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди. Прибыло новое посольство из первых старейшин древлянского края. Их Ольга тоже приняла с почетом, велела растопить баню, где послов заперли и сожгли. Сразу после этого, пока весть о казнях не достигла врагов, княгиня передала, что сама отправляется к ним. «Готовьте меды, хочу справить тризну по убитому мужу». Чтобы не вызвать подозрений, Ольга взяла с собой небольшую дружину. Насыпали погребальный холм, стали поминать Игоря. Когда древляне спросили про своих послов, княгиня ответила, что они скоро прибудут вместе с остальной дружиной. Подождав, пока хозяева перепьются, вдова приказала всех их изрубить. Летопись утверждает, что было убито 5000 человек. После этого все еще не насытившаяся местью Ольга вернулась в Киев и стала готовиться к большому походу. На следующий год она явилась уже с сильной ратью, нанесла древлянам поражение и разорила их земь. Однако главный город Искоростень взять не смогла. Древляне уже поняли, что пощады им не будет, и стояли насмерть. В конце концов Ольга объявила, что больше мстить не хочет, и попросила уплатить символическую дань – по 3 голубя и 3 воробья с каждого двора. Осажденные обрадовались, наловили птиц, принесли в киевский лагерь. Ночью воины Ольги привязали голубям и воробьям к хвосту по клоку пылающей пакли. Птицы полетели домой и подожгли город во множестве мест, так что гасить пожар было невозможно. Тут дружинники без труда ворвались за стены и устроили бойню. «Вот как отомстила Ольга, как добрая и верная жена, за смерть своего мужа», — хвалит святую Ольгу придворный историк Нечволодов. И за эту жестокую месть, которую она совершила с такой хитростью и мудростью, народ прозвал свою княгиню «мудрейшей от человек». В наказание за бунт княгиня обложила древлян очень тяжелой данью, 2/3 которой предназначались государству и 1/3 в личную казну Ольги. Неспокойное племя, долго противившееся гегемонии Киева, наконец было приведено к полной покорности. Предание о крещении. Православная церковь канонизировала Ольгу, конечно, не за изуверское истребление древлян, а за то, что она первой из русских монархов приняла христианство. История об обращении княгини в христианскую веру подается преданием в виде сказки о том, как Ольга самого цесаря перехитрила. Явилась Диана в Царьград, а император, видев ю добру сущу лицем и смыслену велми, воспылал к ней страстью и сказал: «Подобно еси царствовать ей в городе сем с нами», то есть предложил стать его императрицей. Ольга ему отвечает: «Аз погана есмь, да аще меня хощаще крестите, то крести мя сам, аще ли, то не крещуся». Наивный цесарь ее покрестил, то есть стал ее крестным отцом, и дал христианское имя Елена в честь матери первого христианского императора Константина. Потом снова стал подступаться с матримониальными намерениями. Тут Ольга его и сразила: «Как же ты на мне женишься, если ты мой крестный отец? У христиан так не заведено». И воскликнул император: «Переклюка, перехитрила мя Ольга». Главную изюминку сказания опять-таки составляют остроумие Ольги и ее желанность-недоступность для чужих властителей.
теперь уже не для древлянского князя, а для величайшего из государей. Сюжетная основа легенды, несомненно, почерпнута летописцем из фольклора, но, будучи монахом, он присовокупил некоторое количество благочестивых рассуждений. Ольга первоначально решает принять крещение, чтобы избавиться от притязаний цесаря. Однако, получив наущение от патриарха, «стояше аки губа, губка, напояема, внимающий учению, просвещена же бывшая, радовавшаяся душею и телом», то есть уверовала в Христа истинным, а не показным образом. Еще одно предание, вполне правдоподобное, относится к последним годам жизни княгини, когда ее сын Святослав ходил походами в чужие земли, а мать оставлял править Киевом. Летописец пишет, что в 968 году печенеги, бесчисленное множество, впервые, на самом деле во второй раз, через полвека после попытки 915 года, подошли к Киеву и осадили его. Дружина ушла со Святославом. Людей у Ольги, опекавшей малолетних внуков, было совсем мало. На той стороне Днепра стоял с небольшим отрядом русский воевода Претич, но не решался прийти на подмогу из-за слишком очевидного неравенства сил. Однако вся надежда осажденных была только на Претича. Требовалось побудить его к решительным действиям. Но как это сделать, если город плотно обложен печенегами? Один храбрый отрок вызвался передать послание. Он знал печенежский язык, поэтому смог пройти через вражеский лагерь, делая вид, будто ищет отвязавшегося коня. Дойдя до берега, кинулся вплавь. Печенеги стреляли из луков, но не попали. «Аще не подступите за утро, рано под город, предатеся имуть люди печенегам», — сказал гонец воеводе. Претич испугался, что Святослав ему не простит, если его мать и сыновья попадут в печенежский плен, и решил попытаться вывести княжеское семейство из Киева. Однако вышло еще лучше. Увидев приближающиеся ладьи, печенеги вообразили, что это возвращается Святослав, и отступили от города. Потом, правда, поняли, что воинов немного, и стали выяснять, князь это или нет. Претич ответил, что он возглавляет передовой отряд, а Святослав идет следом. Хан заключил перемирие, но все равно не ушел. Встал неподалеку станом, очевидно, решив посмотреть, велика ли у князя армия. Снятие осады позволило Ольге отправить гонца к сыну. «Ты, княже, чужей земли ищешь и блюдешь, а своеяся лишив, мали бо нас, не взяша печенези, и матерь твою, и детей твоих, аще не придешь и не оборонишь, и нас да пакой взмут, аще ти не жаль отчины своя и матерь, стары суща и дети своих». Святослав спешно вернулся и прогнал печенегов. Правление Святослава было коротким и бурным. Это первый из киевских князей, годы жизни которого во всех энциклопедиях обозначены вполне уверенно. 942-972. Датировка взята из повести временных лет. Однако этой точностью не следует обольщаться. Если Святослав прожил на свете всего 30 лет, не очень понятно, как он мог оставить после себя трех сыновей, которые почти сразу после его смерти, совсем не по-мальчишески, сцепились в борьбе за власть. Считается, что действиями подростков управляли ближние бояре, соперничавшие между собой. Однако средний из братьев лично участвует в бою и даже погибает. Известно также, что старший из Святославичей, Ярополк, в 969 году во время короткого возвращения отца в Киев получил в подарок греческую наложницу необычайной красоты. По версии летописи, в это время великому князю было 27 лет, сколько же могло быть его сыну? Самое большее лет 10. Не рано ли для таких подарков? Резоннее предположить, что повесть временных лет обсчиталась в возрасте Ольгиного сына, и Святослав появился на свет не в 942 году, а несколько ранее. Тогда все встает на свои места. В том числе и описание первого боя, в котором участвовал маленький княжич. В 946 году, во время сражения с древлянами, он сидит на коне и бросает копье, подавая дружине сигнал к началу сражения. Как бы ни был резв и развит мальчуган, для четырехлетнего это все-таки чересчур. Пускай по поводу даты рождения Святослава есть сомнения,
Зато это первый Рюрикович, про которого известно, как он выглядел. Подробный словесный портрет оставил византийский автор, видевший князя собственными глазами. Вот какова была его наружность. Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами. Курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. Благодаря этому описанию художники и скульпторы позднейших времен изображали Святослава примерно одинаково, лишь несколько путаясь в деталях клока волос, обычной стрижки варяжского конунга. После страшной смерти Игоря жизнь его наследника оказалась под угрозой. Древлянский князь Мал, пожелавший взять вдову в жены, прямо заявил: «Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим». С раннего детства мальчик привык к опасностям. Они его не страшили, а наоборот притягивали. Несмотря на славянское имя, Святослав получил типичное воспитание викинга. Он рос в дружине среди воинов. Его сызмальство готовили не к управлению страной, а к войне. Наставниками Святослава были воевода Свенельд, в сущности, предводитель банды варяжских разбойников, и дядька Асмольд, несомненно, того же поля ягода. Войдя в возраст, князь превзошел воспитателей своей воинственностью. Летопись вновь упоминает о Святославе через 9 лет после древлянского похода, когда рассказывает о неудачной попытке Ольги обратить сына в христианство. Запись отнесена к 955 году. Однако из нее нельзя понять, когда именно произошла эта коллизия. Как мы знаем, Святослав на уговоры не поддался. А в начале 960-х годов он уже полновластный правитель государства. Времена мирного княжения Ольги уходят в прошлое. Ничем, кроме войны, молодой князь не интересовался. «Когда Святослав вырос и возмужал, — рассказывает летопись, — стал он собирать много воинов, храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так ел. Не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины». Пардусом, то есть барсом, Святослава прозвали за невероятную скорость передвижения его дружины. Не отягощенная обозом, она умела совершать длинные и быстрые марши, чего стоит хотя бы молниеносный бросок с берегов Дуная к Киеву, когда понадобилось спасать столицу от печенегов. «Святослав в борзе, в сед на коне с дружиною своею, и приде к Киеву, и целова матерь свою и дети своя». А ведь это 700 километров. Так все 10 лет своего княжения Святослав Игоревич и метался пардусом то на восток, то на юг. «Сей князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревностью отличить себя делами и возобновить славу оружия российского», — пишет Карамзин. «Берега Оки, Дона и Волги были первым фиатром его воинских счастливых действий». В сущности, кроме общего представления о фиатре первого Святославова похода, мы не имеем об этой войне почти никакой информации. Летописные сведения крайне скупы, свидетельства иностранцев фрагментарны и противоречивы. Повесть временных лет сообщает: в год 6472-964. «И пошел на Окурику и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: кому дань даете? Они же ответили: хазарам по щелягу с сахи даем». В год 6473-965. «Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом, и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их белую вежу взял, и победил ясов и косогов». В год 6474-966. «Вятичей победил Святослав, и дань на них возложил». Вот, собственно, и все, что мы знаем.
Остальное – предположение. Очевидно, в первый раз, проходя через земли славян-вятичей, которые до сих пор оставались независимыми от Киева и по-прежнему платили дань хазарам, Святослав решил не портить отношений с этим племенем. Если бы война оказалась неудачной, отступление через территорию вятичей могло стать опасным. Главной целью похода была Хазария, очень ослабевшая за минувшие столетия, но все еще соперничавшая с Русью и к тому же державшая в своих руках ключ к волжско-каспийской торговле. Впрочем, Святослава, кажется, не очень интересовали торговые пути. Разгромив Каганат и разграбив его столицу, князь двинулся дальше. Через некоторое время Каган вернулся, и хазарское государство кое-как просуществовало еще некоторое время, пока не было окончательно добито князем Владимиром. Ради чего Святослав повернул от хазарской белой вежи в Прикавказье и сразился с ясами, предками осетинов, и косогами, предками черкесов, не совсем понятно. В отличие от хазар, у этих народов поживиться было особенно нечем. Единственной целью, которая оправдывала бы этот поход, мог быть город Тьму-Таракань, занимавший стратегически важную позицию у соединения Азовского и Черного морей. Историки спорят, с какого именно момента Тьму-Тараканское княжество стало русским. Возможно, это произошло вследствие успешной экспедиции Святослава. На обратном пути в Киев князь завернул к вятичам и, теперь уже ничего не опасаясь, присоединил их к своей державе. Есть довольно туманные сведения о том, что на каком-то этапе Восточной войны, то ли до победы над хазарами, то ли после, Святослав также наведался в Волжскую Булгарию, где взял и разорил столицу. Тем не менее, болгарское государство устояло и держалось еще долго, вплоть до татаро-монгольского нашествия. Трудно сказать, состояла ли эта война из отдельных сезонных кампаний или представляла собой один трехлетний поход. Если верно второе, то Святославу пришлось делать по пути зимовки, а общая протяженность маршрута превысила 6 тысяч километров. Некоторые историки, изображая Святослава мудрым государственным деятелем, пытались найти для войны 964-966 годов стратегические причины. Однако дальнейшие действия князя демонстрируют, что восточные земли его не интересовали. Единственным результатом грандиозного военного предприятия было присоединение Вятской земли. Этого Святослав легко достиг бы и куда меньшими усилиями. Остается предположить, что цель у войны была обычная варяжская, за добычей. Ну и прав, конечно, Карамзин, полагавший, что бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами. Следующий повод повеселиться опасностями долго ждать себя не заставил. Повесть временных лет излагает ход событий совсем уж лаконично. В год 6475-967 пошел Святослав на Дунай, на Болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав Болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков. Из этого сообщения трудно что-либо понять. Однако на сей раз поход был в европейские края и попадал в зону византийских интересов, поэтому кроме русской летописи имеются и другие источники, проясняющие смысл этой войны. Известны и подробности. Святослав Игоревич вмешался в давний конфликт между болгарским царством и империей, выступив на стороне последней. У Константинополя в ту пору было две застарелых проблемы. На востоке арабская, на севере болгарская. При этом дунайские славяне были совсем рядом и сильно донимали греков. Последние 40 лет Византия была вынуждена платить Болгарии обременительную и унизительную дань. Новый император Никифор Фока, 963-969 годы, решил положить этому конец. Тем более, что болгарское государство начало приходить в упадок. Его элита, размягченная благами греческой культуры, утратила прежнюю воинственность. Царь Петр был стар и немощен. Византия же недавно одержала ряд важных побед на Средиземноморье и вступала в период очередного подъема. В конце 966 года, когда болгарские послы явились за обычной данью, император отказал им в оскорбительной форме. Согласно хронике, велел бить по щекам и рек: «Идите к своему вождю, покрытому шкурами и грызущему сырую кожу.
и передайте ему: «Великий и могучий государь Ромеев в скором времени придет к тебе и сполна отдаст тебе дань». Сам Базилевс идти в болгарские земли не собирался. Главным противником империи Никифор считал арабов, с которыми воевал всю свою жизнь, а по отношению к врагу менее опасному решил применить обычную византийскую тактику – уничтожить одних варваров руками других. Для этого императору и пригодился воинственный Святослав. Византия и раньше часто нанимала отряды киевских русов для участия в своих походах. Теперь речь шла о полноценном военном союзе. К Святославу прибыло посольство во главе с патрицием Калакиром, вельможей из Херсонеса. Он доставил аванс – почти полтонны золота. Вероятно, долго уговаривать киевского князя не пришлось. Тем более, что Святослав получил от Калакира еще одно предложение, о котором Никифор не догадывался. По мнению византийских авторов, посол повел собственную игру, не только заключил с русским правителем антиболгарский союз, но и втянул Святослава в комплот, целью которого был захват престола. Никифор Фока был непопулярен в Константинополе. Против него постоянно плелись заговоры, и Калакир надеялся русскими мечами добыть себе корону. В 967 или 968 году Святослав вторгся в Болгарию, не встретив серьезного сопротивления. Город Переяславец находился в дельте Дуная и позволял контролировать стратегически важную область, к тому же населенную восточнославянским племенем уличей, близким по культуре и говорившим на том же языке, что победители. Князь получил от греков дань, то есть, видимо, окончательный расчет за военную помощь. Однако уходить обратно на Руси не подумал. Маловероятно, что оккупация Дуная входила в условия русско-византийского соглашения. Никифор Фока забеспокоился. Хроника сообщает, что он стал готовиться к оборонительной войне. Укрепил столичный гарнизон, перегородил Босфор железной цепью и начал переговоры с болгарами, предлагая династический союз. Две болгарские царевны прибыли в Константинополь, чтобы сочетаться браком с сыновьями покойного императора Константина Багрянародного. Назревала новая большая война, теперь между русскими и византийско-болгарским альянсом. Но стратегическое преимущество было на стороне Святослава. Он держал под присмотром царя Петра, а от Царьграда князя отделяло всего 500 километров, сущий пустяк для быстрого пардуса. В отличие от восточного похода, на Балканы Святослав явился не за добычей, а с явным намерением утвердиться в этом густонаселенном и богатом краю. Болгарией князь ограничиваться не собирался и рассматривал Переяславец как опорный пункт для дальнейшей экспансии. Об этом свидетельствуют слова, произнесенные Святославом перед смертью Ольги. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей. Туда стекаются все блага. Из греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды. Из Чехии и из Венгрии серебро и кони. Из Руси же меха и воск, мед и рабы». Если Святослав считал Переяславец серединой своих владений, значит, он собирался завоевать и земли, расположенные южнее, то есть, собственно, Византию. Величественный замысел киевского князя состоял в том, чтобы основать собственную империю. В 968 году из Дунайского Переяславца эта задача должна была казаться Святославу вполне осуществимой. Вынужденный перерыв. Однако история распорядилась иначе. В то самое время, когда завоеватель готовился к войне с Византией, из Киева примчался гонец с известием о нашествии печенегов. Как мы помним, старая Ольга корила сына, что он забросил отчизну и оставил мать и детей без защиты. Княгиня сумела хитростью отогнать кочевников от городских стен, но орда не ушла. Столице Руси по-прежнему угрожала опасность. Пришло время подробнее рассказать о народе, который на протяжении двух веков был беспокойным соседом русских и доставил им много неприятностей. Как это часто бывало с восточными пришельцами, печенеги представляли собой пестрый конгломерат племен разного происхождения. Киевскому отроку, знавшему печенежский язык, удалось беспрепятственно пройти через стан осаждающих.
Это значит, что он, славянин или варяг, вполне мог сойти за своего. Вслед за многими раннеисторическими мигрантами из Азии печенеги канули в прошлое, не оставив следов и письменных свидетельств. О некогда многочисленном и могущественном этносе мало что известно. Союз этот сложился то ли в 8, то ли в 9 веке где-то на просторах Великой Азиатской степи. Язык, на котором разговаривали печенеги, был тюркским, агусской подгруппы. Название возводят к имени вождя Бече. Иногда народ называли беченегом. Во второй половине 9 столетия под натиском врагов, а может быть спасаясь от сильной засухи, печенеги пересекли Волгу и принялись бродить по восточноевропейским пастбищам, выдавив оттуда угров. Сведений о жизни, быте и обычаях кочевого народа сохранилось мало. Известно, что печенеги были черноволосы, не узкоглазы, брили бороды. Жили они в повозках, в бою рубились не кривыми саблями, а палашами. Еще византийский историк сообщает, что они пожирали вшей, но в каком смысле непонятно. Возможно, это фигуральное выражение, обозначавшее некую особенную степень дикости. Государства у печенегов не существовало, и создать его они не пытались. Не имели они и централизованной власти, а делились на 8 автономных орд. Каждая состояла из 5 родов. Жили скотоводством и грабежом. Кажется, не любили утруждать себя лишней работой. Не насыпали могильных курганов, а предпочитали подселять своих покойников в скифские захоронения, чем впоследствии сильно затруднили работу археологов. Печенежские нападения на русские земли поначалу были фрагментарны. Видимо, кочевникам не хватало сил для серьезного нашествия. Но, сокрушив хазарский каганат, Святослав создал Руси новую большую проблему. В вакууме власти печенеги быстро окрепли и осмелели. Если хазары вели себя тихо и на русских не нападали, то новые хозяева степей не замедлили явиться прямо под стены Киева. Преемникам Святослава с этими грозными соседями придется еще горше. Печенеги не только грабили торговые караваны у днепровских порогов, но постоянно нависали над восточными рубежами Руси. Во времена князя Владимира укрепленная граница проходила всего в 2 днях пути от Киева. В середине XI века остатки печенегов были изгнаны новыми пришельцами из Азии – половцами. Мы увидим, что Русь от смены одного восточного врага на другого ничего не выиграла. Печенеги же разбрелись на запад и на юг, затерялись между другими народами. Считается, что от печенежского корня происходят современные гагаузы и балкарцы. Прервав южный поход, Пардус спешно вернулся на Русь. Летопись говорит, что он прогна печенега в поле и бысть мирно. Кажется, обошлось без кровопролития. Более того, Святославу, очевидно, удалось сговориться с Ордой о союзе. Когда князь вернется на Дунай, печенеги отправятся с ним. Однако, хоть Святославу не терпелось продолжить завоевание юга, пришлось ненадолго задержаться в Киеве. Согласно летописи, Ольга попросила дождаться, пока она умрет, и сильно сына не обременила, скончалась 3 дня спустя. Но и в следующем, 970 году, мы находим Святослава все еще на родине. Он озабочен административным обустройством русских земель. Сам править ими не собирается, у него более честолюбивые планы, но хочет распределить области между сыновьями. Старшего Ярополка сажает в Киеве, второго Олега делает древлянским князем. В это время прибывают новгородские послы, тоже просят себе князя. Ярополк с Олегом на север отправляться не хотят, но у Святослава есть еще один сын статусом пониже, его мать рабынь. Новгородцев устраивает и такой князь, лишь бы собственный. Каждому из юных, а может быть и малолетних, правителей представляется боярин, главный советник. Лишь разделив земли между своими отпрысками и обеспечив преемственность власти, Святослав с войском отправляется обратно на Дунай. На этом его русское княжение, собственно, заканчивается. Больше Святослав в Киев не вернется. Сквозь красивый туман народного сказания историческая действительность становится видна лишь со времени новгородского правителя или князя Олега, писал 100 лет назад Сергей Платонов, выражая общее мнение российских историков. Однако не следует обольщаться.
Как мы увидим, фигура вещего Олега и события его княжения окутаны легендами в еще большей степени, чем деяния Рюрика. Есть, впрочем, и принципиальная разница. Князь Олег, безусловно и несомненно, существовал. Мы даже приблизительно не знаем года его рождения. Неясна и степень его родства с Рюриком. Один не вполне достоверный источник утверждает, что Олег был братом Рюриковой жены. Не очень понятно и происхождение прозвища «Вещий». Возможно, Олег заслужил его благодаря главному своему таланту – остроте ума. Главными своими победами он обязан не полководческим талантом, а изобретательности. Не исключено также, что это просто перевод на славянский язык варяжского имени Хельги – «Святой». Из летописи следует, что Рюрик оставил своим законным наследникам, хоть и сомнительно, что в те времена существовало подобное понятие, трехлетнего Игоря. Олег не был сыном Рюрика и к династии Рюриковичей не принадлежит. Дальнейшее развитие событий, однако, доказывает, что Олег вовсе не считал себя всего лишь опекуном или регентом при княжиче на период его малолетства. Чувствуя Олег себя узурпатором, он наверняка избавился бы от опасного конкурента, но ни о каких трениях между старым князем и Игорем Рюриковичем хроника не сообщает. Отправляясь в походы, Олег спокойно оставлял повзрослевшего Игоря управлять Киевом, очевидно, не опасаясь переворота. В те времена и в той среде главенство определялось не родословием, а лидерскими качествами. Карамзин наверняка прав, когда предполагает, приученный из детства к повиновению, Игорь не дерзал требовать своего наследия от правителя властолюбивого, окруженного блеском побед, славою завоеваний и храбрыми товарищами. Если сравнить величественные достижения основателя с весьма скромными итогами следующего княжения, можно предположить, что Олег был во всех отношениях мощнее и масштабнее Игоря, которому не приходило в голову заявлять о своих правах, если они у него и были. Олег был прежде всего дальновидным стратегом, заложившим прочную основу для нового государства. Все его поступки выглядят логичными. Они были направлены на создание военно-экономической модели, которая окажется эффективной и жизнеспособной. Потратив некоторое время, если верить летописи, 3 года на упрочение своей власти в Новгороде, Олег приступил к осуществлению амбициозной задачи – взять под контроль весь великий речной путь из Балтики в Византию. Новгородский правитель двинулся на юг, как это сделали примерно 1/4 века ранее Аскольд и Дир, но этот поход был организован с гораздо большим размахом. В экспедиции участвовала не только варяжская дружина, но славянские и финские отряды. Действовал Олег с присущей ему обстоятельностью. Он не торопился. Сначала занял Смоленск, главенствовавший над Днепровскими Волоками, и посадил там своего наместника. Потом спустился по Днепру и оккупировал центральный город северян Любич, где тоже сменил местную областную верхушку на своих людей. Поскольку летопись не упоминает о каких-либо сражениях, резонно предположить, что 2 эти завоевания дались новгородцам бескровно. Лишь после этого Олег взялся за более трудную задачу – покорение Киева, который был ключевым пунктом всего торгового пути из варяг в греки. Это был не Смоленск и не Любич. Здесь прочно утвердились Аскольд и Дир со своей испытанной в боях варяжской дружиной. Битва или осада могли бы дорого обойтись Олегу, но хитрый князь и тут умудрился обойтись без потерь. Повесть временных лет рассказывает. «И пришли к горам киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что де мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря, придите к нам, к родичам своим. Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру, не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода, и показал Игоря, а это сын Рюрика. Без дальнейших объяснений Олеговы воины накинулись на киевских князей и «убиша Аскольда и Дира, и несоша на гору, и погребоша на горе».
В Никоновской летописи сообщаются еще некоторые подробности этого ловкого предприятия. Олегде попросил местных правителей посетить его на ладье, потому что он тяжко болен. Однако имеет важные новости и, кроме того, привез ценные дары – бисер и украшения. Вероятно, это было сделано для того, чтобы на берег явились оба князя, не желая остаться без подношений. Коварство Олега российские историки оценивают по-разному. Романтический Карамзин сокрушается, но оправдывает князя нежеланием затевать большое сражение с братьями-викингами. Неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воинском, принудила его употребить хитрость. А вот военный историк генерал Нечфолодов ничего неприятного в операции по захвату Киева не усматривает и пишет про хитроумного Олега: «Самое его совершение должно и в наши времена, несмотря на то, что с тех пор прошло уже более 1000 лет, служить примером, достойным подражания». Конечно, невозможно поверить, будто Олег узнал о киевском княжении Аскольда и Дира, только подплыв к городу. Нет никаких сомнений, что Киев был изначальной и главной целью всего большого похода. Здесь, достигнув цели, Олег и остановился, завершив объединение Руси. Вернее, пока лишь взяв под контроль становой хребет новой страны – Балтийско-Черноморскую водную трассу. Произошло это, очевидно, не в 882 году, как утверждает повесть временных лет, а несколько ранее. Карамзин аппетитно описывает преимущества новой столицы. Веселое местоположение, судоходный Днепр, удобность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богатыми странами, с греческим Херсоном, с Казарскою Тавридою, с Болгарией, с Константинополем пленили Олега. И объявил Олег: «Се будет мать городам русским». Очевидно, эта хрестоматийная фраза была произнесена на каком-то скандинавском диалекте, где слово «город» относится к женскому роду. На славянский лад было бы естественнее наречь Киев отцом русских городов. Однако вовсе не захват Киева был окончательной целью основателя-объединителя. Речной путь не имел никакого смысла, пока не восстановятся торговые связи с центром тогдашней цивилизации Константинополем-Царьградом, то есть царем среди городов. Эту торговлю требовалось сделать не только постоянной, но и более выгодной. На подготовку к финальному этапу монументальной задачи, от которой зависело благополучие новорожденного государства, Олег потратил почти все время своего правления. Каждое начинание великого князя, просто князьями вскоре стали именоваться областные наместники, было подчинено этой магистральной цели. Первым делом понадобилось обеспечить безопасность изначального пункта экспансии и одновременно крайней точки речного пути – Новгорода. Мы знаем, что Олег оставил в прежнем своем владении дружину, на содержание которой новгородцы должны были ежегодно выплачивать 300 гривен, около 60 килограммов серебра. Как я уже писал, исходя из примерных расценок выплаты варяжского жалования, дошедших до нас благодаря одной из скандинавских саг, на эту сумму, вероятно, можно было содержать 2-3 воинов. Небольшой размер гарнизона, должно быть, объяснялся тем, что новгородцы и не думали бунтовать против Олега, сами кровно заинтересованные в единстве транзитного пути. Труднее пришлось с ближайшими соседями полян. По выражению Карамзина, там, среди лесов мрачных, древляне свирепые наслаждались вольностью. И у этих лесных жителей, не участвовавших в речной торговле, не было никаких резонов подчиняться Киеву. Однако жили они совсем рядом и, должно быть, сильно докучали полянам своей мрачностью и свирепостью. Требовалось привести неспокойное племя к повиновению, которое в те времена символизировало выплата любой, хотя бы даже символической, дань. Свое обустройство на новом месте Олег начал с карательной экспедиции, как следует примучив древлян и обложив не пустяковым, а вполне существенным побором – по кунице с дыма. Куний мех был одной из самых дорогих статей экспорта. Пока в Киеве правил грозный Олег, древляне вели себя тихо, но с притеснением не смирились. Преемники основателя еще хлебнут с этим лесным княжеством лихо. С речными племенами, северянами и радимичами, обошлось без войны, поскольку они были совсем не против оказаться под рукой Киева. Северян Олег обложил данью легкой,
осторожные родимичи договорились, что будут платить и хазарам, и Киеву по 2 шляги от рала, то есть по 2 серебряные монеты от каждой сахи, из чего можно заключить, что в ту пору это племя жило не столько охотой, сколько земледелием, причем продавало урожай за деньги. По летописи Олег покорил древлян в 883 году, северян в 884 году, радимичей в 885 году. Историк Ключевский считает эту хронологию подозрительно аккуратной, но очень возможно, что князь действительно совершал по одному походу в год. Впоследствии эти ежесезонные поездки по окрестным областям за данью примут форму полюдья, о котором речь впереди. Другие славянские племена еще долго противились главенству Киева. Например, вятичи окончательно сдались лишь 100 лет спустя. Правда, Олег вряд ли считал завоевание этой северной территории важной задачей. Внимание князя было сосредоточено на юго-западе. Там возникла серьезная проблема, требовавшая решения. Повесть временных лет сообщает. В год 6406-898 шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами, то есть шатрами. Угры или мадьяры – предки современных венгров, под натиском более сильных печенегов временно оккупировали все нижнее Приднепровье и, как мы видим, подошли к самому Киеву. Не очень понятно, как именно избавился Олег от мадьярской угрозы. Если верить венгерской летописи, угорский вождь Альмош осадил Киев и ушел, лишь получив богатый выкуп в 1000 коней и 10 000 серебряных монет. В наших источниках об этом ничего не сообщается. Историк Вернадский считает, что угры были разбиты, потому и убрались дальше на запад. Карамзин пишет осторожнее. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силою, неизвестно. Так или иначе, угорский эпизод растянулся на несколько лет и имел важное для Киева продолжение. Когда Орда шла из юго-западной Руси в Паннонию, где вскоре возникнет венгерское государство, по пути она ослабила славянские племена хорватов, тиверцев и дулебов. Этим не замедлил воспользоваться Олег. Нагрянув вслед за мадьярами, он присоединил эти сообщества к своей державе. В целом обстоятельному Олегу понадобилось около 25 лет на то, чтобы приготовиться к своему главному деянию, от успеха или неуспеха которого зависела судьба молодого государства. Согласно летописи, Олег затеял большой поход на Константинополь только в 907 году. Как мы помним, предыдущая попытка Киева принудить Византию к равноправным отношениям, предпринятая Аскольдом и Диром полувеком ранее, закончилась безуспешно. Хоть Русь и сумела впервые обратить на себя внимание империи, но никаких существенных результатов та война не принесла. Посольство, вроде бы отправленное в Царьград 2 года спустя, не завершилось заключением торгового соглашения. Если Аскольд с Диром сделали основную ставку на внезапность атаки, то Олег по своему обыкновению не торопился, зато собрал войско по меньшей мере в 10 раз сильнейшее, так во всяком случае утверждает повесть временных лет. В русской хронике содержится живописный рассказ о цареградском походе, изобилующий красочными подробностями. В Босфор вошли 2000 кораблей, а в корабли по 40 муж. Да еще берегом шло конное войско, тоже многочисленное, иначе оно не смогло бы проделать долгий путь через земли, занятые неподвластными Олегу народами. Базилевс не осмелился вступить в сражение с русскими ни на море, ни на суше, а запер вход в залив Золотой Рог цепями и засел в городе. Очевидно, варяги и славяне по-прежнему не умели штурмовать большие крепости. Пограбив окрестности столицы, Олег устроил невиданное действо. Приказал вытащить ладьи на берег, поставить их на колеса и, дождавшись сильного ветра, поднял паруса. Чудо-корабли покатились вдоль запертого Золотого Рога. Устрашенные этим виндсерфингом греки запросили мира. Они прислали Олегу вина и угощение, но князь, будучи вещим, ничего пить и есть не стал, догадавшись, что яства отравлены. От такой прозорливости византийцы окончательно перетрусили. «И по чаше Греции мира просите, дабы не воевал грецкой земли». Они дали огромный выкуп и согласились заключить торговый договор. В знак победы Олег прибил свой щит над воротами Цареграда,
Добыча была столь богатой, что из тканей, большой по тем временам ценности, победители сшили паруса для своих судов, славяне из полотна, а Русь, варяжская дружина, даже из шелка. Летописное описание славного похода по традиции перешло из дореволюционных гимназических учебников в советские, а оттуда и в некоторые современные, однако все это, вероятно, не более чем красивая сказка. Не могло быть у Олега таких размеров войска. Не могли корабли катиться по суше. Маловероятно и триумфальное приколачивание щита, который сразу после ухода русов был бы снят и выкинут. Скажем больше, кажется, никакого нападения на Константинополь вообще не было. Византийские хроники не умолчали бы о таком грозном событии, ведь предыдущее, 860 год, и следующее, 941 год, появление северных варваров у ворот столицы, подробно описаны. Наша летопись пересказывает условия мирного договора 907 года, якобы заключенного прямо во время похода. Однако никаких упоминаний о переговорах в византийских источниках не обнаружено. Существует версия, что летописец использовал здесь содержание договоров более позднего времени, чтобы поубедительнее обосновать результативность легендарной победы Олега над византийцами. И все же, пускай повесть временных лет выдает за факт предания и никакой осады Царьграда не было, походом на греков Олег наверняка ходил, и это предприятие оказалось весьма удачным. Возможно, князь ограничился мощной демонстрацией, выведя к Черному морю армию и флот, после чего Византия, не дожидаясь нападения на столицу, поспешила вступить в переговоры. Это было бы похоже и на Олега, который, как мы знаем, предпочитал обходиться без лишних потерь, и для Константинополя. Греки всегда, когда возможно, не воевали с врагами, а откупались от них. Косвенное подтверждение этой версии есть в описании похода 941 года, где император говорит Игорю Рюриковичу: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани». То есть можно заключить, что Олег взял дань и не пошел. Однако русским была нужна не дань, а торговое соглашение. И лучшим доказательством успеха похода, или просто военного давления на Византию, является то, что первый русско-греческий договор был вскоре заключен, причем на очень выгодных для Киева условиях. О ратных предприятиях Владимира летопись рассказывает по большей части скороговоркой, без подробностей. Очевидно, малоинтересных 100 с лишним лет спустя после многочисленных новых конфликтов. О наступательных походах князя в повести говорится совсем коротко. О войнах оборонительных – пространнее, ибо они происходили на русской земле и лучше запомнились населению. Все довольно многочисленные войны Владимирова княжения можно разделить на 3 категории. К первой относятся усилия, направленные на расширение территории государства, главным образом за счет восточнославянских племен, еще сохранявших независимость или же отбившихся от Киева во время братоубийственной свары 970-х годов. Так Владимиру пришлось вновь завоевывать Радимичей и Вятичей, причем на последних князь был вынужден идти с мечом дважды, прежде чем они смирились. Важным актом было покорение Западной, Червенной, то есть Красной, Руси, современной Галиции, где пришлось потеснить новорожденное польское княжество. Кроме того, Владимир ходил походом на Днестр, где обитали белые хорваты, посадил своего сына Мстислава править отдельной Тьму-Тараканью и обложил данью, но не присоединил к державе, литовское племя ятвягов. Воины второго типа преследовали не экспансионистские цели, а должны были обозначить и закрепить возросшее значение Киевской Руси. К этой категории, например, следует отнести крымский поход 988 года за невестой. По меньшей мере дважды Владимиру пришлось выяснять оружием отношения с Польшей. Кроме того, русские добили хазар, обложив их данью, и дважды предпринимали экспедиции против волжских болгар. Результатом подобной деятельности великого князя, ее можно назвать военно-дипломатической, стали договоры, которые были заключены с соседними державами и зафиксировали новый статус русского государства. Но самыми тяжелыми были войны вынужденные, когда приходилось не наступать, а защищаться.
Из-за ослабления хазарского каганата значительно усилились печенеги, орды которых все чаще и чаще нападали на Русь. За время правления Владимира это случилось не менее 6 раз. В 990-м, 992-м, 993-м, 995-м, 997-м, 1001-м и 1013-м годах. Тяжелее всего была война 995-997 годов, которая началась с тяжелого поражения у города Василева. Не мог Владимир стерпеть и противу. Под бег, ста под мостом и едва укрыся от противных, рассказывает летопись. Очевидно, князь был совершенно разбит. Остался без войска и чудом уцелел, спрятавшись от противных печенегов под каким-то мостом. В повести временных лет описаны два колоритных эпизода борьбы со степными ордами. Предание о Кожемяке. Когда в 993 году Владимир возвращался из похода против белых хорватов, Большая Орда перешла границу и вторглась на русскую территорию. Князь встретился с печенегами у реки Трубеж. Враги предложили не устраивать кровопролитие, а выпустить на единоборство по богатырю. Если победит русский, степняки уйдут и 3 года не будут нападать на Русь. Если одолеет печенег, то в течение 3 лет Орда станет беспрепятственно грабить княжество. Разослал Владимир по лагерю гонцов. Не сыщется ли где муж, способный постоять за отчизну? Никого найти не смогли. Наутро выпустили печенеги своего бойца, но некому было с ним сразиться. Тогда пришел к князю некий старик и рассказал, что есть у него младший сын Кожемяка, который единственный из 5 братьев не пошел на войну и остался дома. Не было случая, чтобы кто-то мог в борьбе повалить его на землю. Доставили юношу у смаря, кожевенника. Для начала устроили ему испытание. Слишком многое зависело от исхода поединка. Взяли могучего быка и прижгли его раскаленным железом, чтобы разъярить. Взбешенный бык понесся, сметая все на своем пути. Юноша на бегу схватил его рукой за бок и вырвал большой кусок шкуры вместе с мясом. Тогда Владимир поверил в силу богатыря и позволил ему биться. Вышли навстречу друг другу 2 борца. Поединок был без оружия. Печенег был огромен, русский среднего роста. И взрев печенежин, и посмеяся. Но Кожемяка удавил врага голыми руками и швырнул наземь уже мертвым. И вскликоша Русь, а печенезе побегоша. На том месте в память о чудесной победе князь заложил город Переяславль. За не перея славу отрок. Предание о колодцах. В 997 году, когда шла затяжная война с печенегами, Владимиру пришлось уйти на Новогородчину за подкрепление. В это время враги осадили Белгород, главную крепость русской оборонительной линии. Прийти осажденным на выручку князь не мог, не было достаточно сил. После продолжительной осады, истощив запасы продовольствия, белгородцы собрались на вече и порешили сдаться. «Вдадимся печенегам, да кого ли оживят, кого ли умертвят, уже помираем от глада». Но один уважаемый старец, отсутствовавший на собрании, сказал людям: «Потерпите еще 3 дня, а потом уж сдавайтесь, но сначала сделайте, как я велю». Он попросил собрать последние остатки овса, пшеницы и отрубей, сварить жидкую кашу. Эту кашу налили в большую бадью, которую спустили в колодец. Еще отыскали в княжеской кладовке лукошко меда. Из него старец велел сварить сладкое питье. Его тоже перелили в бадью, опустили в другой колодец. После этого отправили послов к печенегам. «Идете в град и видите, что ся деять в град нашем». На всякий случай, потребовав в заложники 10 белгородцев, печенеги отправились осматривать крепость. Враги думали, что предстоят переговоры о сдаче. Но вышло иначе. В городе им сказали: «По что губите себе? Коли можете, перестояте нас? Аще стоите 10 лет, что можете, створите нам. Имеем бо кормлю от земля. Аще ли не веруете, да видите своими очима». И показали, как достают из одного колодца болтушку, из другого медовое питье.
сделали варево, угостили печенегов. Дали в корчаге с собой, чтобы военачальники тоже попробовали, а то не поверят. Тут печенеги поняли, что не возьмут Белгород измором, и ушли прочь. Обе эти истории похожи на сказку. Однако, в отличие от многих других преданий, содержащихся в летописи, не являются перепевом блуждающих фольклорных сюжетов. Поэтому вполне возможно, что какие-то схожие события произошли на самом деле. Во всяком случае, тот самый богатырь Ян Усмошвец, то же, что Усмарь, упоминается и впоследствии, как воевода князя Владимира, сражающийся с печенегами. Красное солнышко. Оборона Руси от печенегов – главная забота всего Владимирова княжения. Самая затратная статья государственных расходов, важный стимул к строительству новых городов, причина перераспределения населения. В летописи рассказывается, как князь, озабоченный тем, что Киев мало прикрыт крепостями, распорядился ставить городки по рекам, находящимся к востоку и югу от столицы, и переселил туда мужей лучших из новгородских славян, кривичей, вятичей и чуди. Так постепенно возникла мощная оборонительная система, состоявшая из крепостей с гарнизонами, сторожевых застав и земляных валов с частоколами. Всего было 4 линии, одна позади другой. Они тянулись с юга на север почти на 1000 километров, своего рода Великая Русская Стена. Городки находились на расстоянии в 15-20 километров друг от друга, обычно около речных бродов, где могла переправиться печенежская конница. Остановить большое нашествие эти укрепления, конечно, не могли, но они замедляли стремительное продвижение Орды, а главное, по эстафете дымовыми сигналами предупреждали Киев об опасности, чтобы столица успела приготовиться к отпору. Именно так возникли Владимир на Клязьме и Переяславль. А крупнейшим из новых городов был Белгород, где обычно стояли главные силы русского войска. Для удобства сообщения с этими пунктами на Руси впервые стали прокладывать дороги. Раньше перевозить грузы можно было только по рекам или зимой на санях. В стране появились профессиональные зодчие. Причем дома возводились не только деревянные, как прежде, но и каменные. Кроме всех прочих эпитетов, князя Владимира следовало бы наречь еще и строителем. Если крепости он ставил только вдоль степных рубежей, то церкви по всей стране. Материальному обеспечению христианизации Владимир придавал не меньше значения, чем защите от внешних врагов. Сколь бы прагматичными ни были мотивы, по которым Владимир решил принять крещение, к христовой вере он отнесся с усердием неофита. Судя по летописи, даже воспринял некоторые заветы слишком буквально. Например, он отселил всех своих наложниц, предложив им выбрать иных мужей. Как известно, другие христианские государи бывали к себе более снисходительны. Заповедь «Не убей» до такой степени впечатлила властителя, что он перестал карать преступников смертной казнью. Весьма экзотическое нововведение для той жестокой эпохи. Тут даже присланные из Византии епископы пришли в недоумение. «Се умножишася разбойницы, по что не казниши? Боюся греха». Тогда епископы объяснили князю, что Бог дозволяет казнить злых людей, только сначала нужно произвести над ними суд. Владимир успокоился и восстановил смертную казнь. Из этого эпизода видно, что наряду с традиционной системой принятия государственных решений, когда князь советовался с боярами, старшей дружиной и городскими старейшинами, появилась новая авторитетная инстанция – духовенство. Церковь не только давала правителю духовные наставления и разъясняла смысл христианских законов, но и демонстрировала принципиально иной способ управления паствой, а стало быть и подданными. Прежде на Руси не существовало представления о едином законе. Все действия власти подчинялись одной лишь примитивно понимаемой целесообразности и опирались на угрозу применения силы. Церковь же в своих решениях руководствовалась сводом правил, одинаковым для всех и неукоснительно соблюдавшимся. Идея праведного суда пришла на Русь через церковный суд. Созданный в Византии, стране с давней юридической традицией, этот институт был разумно устроен и хорошо разработан.
А будучи по своему духу христианским, он распространял более гуманные представления о нравственности, грехе, милосердии. Для церкви не существовало раба и господина. Все считались братьями и сестрами во Христе. А сирым и убогим истинный христианин был обязан помогать. Эта идея, неслыханная для языческого общества, особенно поразила Владимира. Он ввел в обычай бесплатное кормление киевской бедноты. Телеги с хлебом, мясом, рыбой и медом разъезжали по городу, и всякий мог утолить свой голод. По воскресеньям ворота княжеского дворца распахивались, и на столы выставлялось угощение для простонародья. Неизвестно, долго ли продолжался этот разгул благотворительности, но память о неслыханной щедрости князя сохранилась в народной памяти на долгие века. Святым, равноапостольным или крестителем Владимира именуют только официальные источники. А в фольклоре, в былинах правителя называют ласковым и красным солнышком. Он милостив, озаряет всех своим сиянием и беспрестанно пирует. Правление Владимира связано еще с одним эпохальным событием – началом распространения книжности. Связано это было не с тем, что князь, как предполагает летопись, «бебо любя книжная словеса», а с необходимостью обеспечить государственную религию штатом священников. Из Византии присылали представителей высшего духовенства, но не рядовых клириков. Их предстояло взрастить и обучить. Князь взялся за эту колоссальную задачу с той же решительностью, с которой загнал в реку для крещения киевлян. У лучших людей забирали детей и отдавали их в учение книжное. По свидетельству летописца, матери пришли в ужас от такого зверства и плакали о своих чадах, «Аке помертвуце плакахуся». Именно тогда на Руси по-настоящему распространилась славянская грамота, изобретенная Кириллом и Мефодием еще за век до этого. Благодаря тому, что священные книги уже существовали в переводе на понятный язык, христианское учение было доступнее и понятнее. Дети выросли и стали первым поколением русского духовенства. Это монахи со священниками будут составлять первые законы и писать летописи с житиями, благодаря которым мы сегодня имеем представление о собственной истории. Российское государство в сказочно быстрый срок поднялось на высоту, немыслимую для предшественников Владимира. Не самым важным, но знаковым свидетельством нового международного положения Руси стала чеканка собственной монеты. Острой нужды в своей валюте у Владимира не было. Торговли вполне хватало арабского и византийского серебра, но это повышало престиж государства, выводило его в разряд первых держав тогдашнего мира. При этом Русь стала выпускать не только серебряные деньги, но и золотые – златники. Это уж исключительно для солидности. На монетах, отчеканенных по византийским образцам, был изображен правитель на троне с подписью «Владимир на столе». Так раннерусское государство вошло в период своего наивысшего расцвета, которому суждено было продлиться немногим больше полувека, захватив два княжения – Владимира и его сына Ярослава. В повести есть интересный сюжет, демонстрирующий, насколько ущербным было положение сына-рабыни в глазах современников. Сразу после высадки в Новгороде, еще до начала похода на Киев, претендент был озабочен тем, чтобы обзавестись как можно большим количеством союзников. В Полоцке правил конунг Рогволд, и Владимир посватался к его дочери Рогнеде. Та отказала, высокомерно молвив, что не станет разувать Рубичича. По свадебному ритуалу невеста должна была разуть своего суженого. И если уж выйдет замуж, то за Ярополка. Такого оскорбления Владимир снести не мог. Он присоединил к своей варяжской дружине славянское и финское ополчение, напал на Полоцк и убил Рогволда с сыновьями, а Рогнеду взял насильно. О дальнейшей судьбе этой женщины сохранилось следующее предание. В Киеве после победы Владимир обзавелся целым гаремом и стал относиться к Рогнеде с пренебрежением. Гордая княжна не могла этого стерпеть. Однажды ночью она попыталась зарезать ненавистного мужа. Владимира спасло лишь то, что он вовремя проснулся.
Вместо того, чтобы молить о пощаде, Рогнеда накинулась на князя с упреками. «Уж мне горько стало, отца моего ты убил, и землю его полонил для меня, а теперь не любишь меня и младенца моего». Владимир решил казнить преступницу собственной рукой, на что по обычаю имел полное право. В знак того, что это не будет убийство, а именно казнь, он приказал жене надеть свадебный наряд и ждать у себя в покоях. От смерти Рогнеду спасла находчивость. Она успела вызвать к себе первенца, маленького Изяслава, и при нем Владимир не смог зарубить преступницу. Он лишь отселил ее от себя в специально построенный город Изяславль, где Рогнеда жила, пользуясь всеми правами княгини, вплоть до законной, то есть христианской свадьбы Владимира. Отношениям Владимира с женским полом в летописи и иностранных хрониках вообще уделено довольно много внимания. «Беже Владимир побежен похотью женскую», — сокрушается Нестырь и сообщает довольно фантастические цифры. Будто бы у князя было 300 наложниц в Вышгороде, замок близ Киева, 300 в Белгороде и 200 в Берестове, загородная резиденция. «И бе не сыт блуда, и приводя к себе мужские жены замужних женщин, и девицы растляя», — жалуется летописец, уподобляя князя библейскому сластолюбцу царю Соломону. Далее следует сентенция. Вот где Соломон славился мудростью, а погиб. Владимир же даром, что был невеглас, неуч, но благодаря христианству спасся. Так что, возможно, автор преувеличивает масштабы княжеского любвеобилия именно ради эффектного сравнения с Соломоном. Однако Владимир до христианской поры действительно поражал современников своими чувственными аппетитами. Карамзин пишет: «Всякая прелестная жена и девица страшилась его любострастного взора. Он презирал святость брачных союзов и невинности». Титмар Мерзебурский именует киевского государя «Форникатор Максимус», то есть «величайший прелюбодей». Немецкий хронист тоже поминает многочисленных наложниц и еще приводит сплетню о том, что Владимир будто бы надевал для любовных утех какой-то венерин-набедренник. Из всех грехов, приписываемых летописью Владимиру, разврат далеко не худший. Молодой князь предстает в повести редкостным негодяем. История с насилием над Рогнедой прямо у тел ее убитых родственников отвратительна. Гнусно выглядит вероломное умерщвление брата. Да и с варягами, добывшими Владимиру победу, он обошелся не слишком порядочно. Однако все эти события описаны без особенного осуждения. Наихудшим из злодейств, с точки зрения автора, была попытка укрепления язычества на Руси. Владимир, по-видимому, от природы обладал задатками выдающегося правителя. Уже в ранней молодости он руководствовался в своих действиях политической целесообразностью. Так он очень хорошо понимал, что сильная власть невозможна без сильной религии, и вначале попытался превратить верования, которые истори существовали у славян, в настоящий государственный культ. «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дащ Бога, и Стри Бога, и Симаргла, и Мокош. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими». Форсированное возвеличивание языческого пантеона объяснялось еще и тем, что при Ярополке в Киеве верховодила христианская партия, и теперь требовалось подорвать ее влияние. Однако главным мотивом, видимо, все же была потребность в религиозной идеологической поддержке княжеской власти. Если бы проблема ограничивалась только Киевом, Владимир не отправил бы своего дядю Добрыню со специальной экспедицией в Новгород, дабы установить там большого идола и принести ему жертвы. Это была именно попытка преобразовать дедовскую веру в полноценную церковь. Для демонстрации серьезности своего намерения князю понадобились суровые меры, способные впечатлить подданных. Увенчанный победою и славою, Владимир хотел принести благодарность идолам и кровью человеческой обогреть алтари, пересказывает летопись Карамзин.
Исполняя совет бояр и старцев, он велел бросить жребий, кому из отроков и девиц киевских надлежало погибнуть в удовольствии мнимых богов, и жребий пал на юного варяга, прекрасного лицом и душою, коего отец был христианином. Эти двое варягов стали первыми русскими мучениками. Они были растерзаны толпой за то, что обозвали истуканов «древом». «Днесь есть, а утро изгнило есть». Прошло несколько лет, прежде чем Владимир понял, что многобожие для его цели не годится. Централизованному государству и единовластию нужна сильная монотеистическая религия, в которой небесная иерархия соответствовала бы земной. Святой Креститель. На исходе первого тысячелетия властители разных стран и разных культур, каждый своим путем, приходили к такому же выводу. Мы видели, как еще в IX веке хазарские каганы отказались от религии предков и приняли иудаизм, чтобы отобрать власть у беков, светских вождей своего царства. Волжские болгары, связанные торговыми интересами с арабским Востоком, предпочли ислам. Скандинавские монархи обратились к римскому христианству. Датский король в 974 году, норвежский в 976. Польский правитель Мешко принял крещение в 974 году, венгерский в 985. Таким образом, киевский князь следовал примеру других властителей, озабоченных укреплением государства. В 986 году к Владимиру вдруг являются представители четырех основных конфессий и начинают склонять князя всяк к своей вере. За ислам агитируют волжские болгары, соблазняют мусульманским раем, где праведники будут с женами похоть творить и блудную. Это распутному Владимиру нравится, но его смущает необходимость обрезать и уды тайные и не есть свинины, а более всего не устраивает отказ от алкоголя. Здесь князь произносит, вероятно, самый известный мем всей русской истории. «Веселье Руси есть пити, не можем без того быти». Потом перед князем предстают посланцы Рима. Говорят, что в их религии пост не строгий, ешь и пей сколько хочешь. Князь остается недоволен. Являются хазарские иудеи. Начинают похваляться, что распяли христианского бога. Владимир сражает их едкой репликой. «Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?» Совсем по-другому разговаривает он с греческим философом. Тот, как водится, сначала ругает конкурентов. Про мусульман лжет, что они, подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Владимир на это плюется. Римскую церковь обвиняет в том, что она неправильно отправляет службу на пресноках, хотя нужно на квасном хлебе. Владимир никак не реагирует. Эти тонкости ему безразличны. Иудеев миссионер разоблачает аргументом, уже известным князю. Они рассеяны по иным землям в качестве наказания Господь. Далее начинается длинная лекция о христианстве, которую Владимир перебивает сочувственными вопросами. Заканчивается беседа тем, что философ показывает картину, на которой изображен страшный суд. Справа – праведники в раю, слева – грешники в аду. Владимир замечает: «Хорошо этим справа и плохо тем, что слева. Крестись, – говорит ему грек, – и будешь справа». Но князь отвечает: «Подожду еще мало», и отпускает византийца с честью. На следующий год Владимир собирает бояр своих и старцев градских, чтобы посоветоваться, какую веру выбрать. Те предлагают не верить никому на слово, а съездить и посмотреть, как служат Богу в разных землях. Посольство из 10 мужей добрых и смысленных отправляется к волжским болгарам, к немцам и к грекам. К хазарам они не едут, из чего можно заключить, что иудаизм отсеялся на первом этапе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. Ссылка ниже в описании видео.